Просыпайся, Джай. Извини за юность. В дурке же она явно перестаралась. Но твой побег меня весьма впечатлил. Опять же, не найди я тебя так быстро, ты бы умер от холода. Герри тебя подлатал. Я не мог просто отвезти тебя к твоим друзьяшкам из Золотого Пути. Я не шутил, когда говорил про суровое посвящение. Но ты не волнуйся, Сабал и Амида знают, где ты. И ты знаешь, они достали вертолет. Все ради тебя. Ты, конечно, можешь отправиться на вертолетную площадку в любой момент, но должен предупредить. Солдаты Юмы пристально за ней наблюдают и пристрелят тебя, как только увидят. Так что вот так. Удачи! Перед тем, как бежать, сломя голову к границе, тебе следует слегка расширить свой арсенал. Соваться туда, не подготовившись, не лучшая мысль. Ты всегда можешь выполнить пару-тройку поручений и получишь за это щедрую награду. Ты, Юник, подействуешь на нервы. Зачем ты это делаешь? Аджай, да ты что? Главный компонент любых отношений – любовь. Не думал, что придется это объяснять. А теперь вперед! У тебя масса дел. Аджай, похоже, ты решил меня покинуть. Надеюсь, подготовился ты как следует, потому что люди Юмы пытаются взорвать твой вертолет. Мужайся, Аджай. Это проверка на прочность. Сомневаюсь, что пилот сможет взлететь до того, как ты очистишь зону высадки. Вперед, Аджай, не сдавайся. Я в тебя верю, и вот это вот все. Покажите свое небо!
сладкий, не до того мастер. Перед тем, как бежать, сломя голову к границе, тебе следует слегка расширить свой арсенал. Соваться туда, не подготовившись, не лучшая мысль. Ты всегда можешь выполнить пару-тройку поручений и получишь за это щедрую награду. Ты не подействуешь на нервы. Зачем ты это делаешь? Аджай, ну ты что? Главный компонент любых отношений – любовь. Не думал, что придется это объяснять. А теперь вперед! У тебя масса дел. Thank you.
Из армии короля будут расстреляны. Укрывающие их лица также будут расстреляны. В эти времена важно оставаться верным Пейгану Мину. Не отчаивайтесь. Свет Пейгана озарит путь к победе и вернет мир в Керат. Да озарит вас свет Пейгана. Объявление от Министерства внутренних дел и социальной гармонии. Что ж, Аджай, похоже, ты решил меня покинуть. Надеюсь, подготовился ты как следует, потому что люди Юмы пытаются взорвать твой вертолет. Мужайся, Аджай, это проверка на прочность. Сомневаюсь, что пилот сможет взлететь до того, как ты очистишь зону высадки. Вперед, Аджай, не сдавайся, я в тебя верю, и вот это вот все. Thank you.
Лично мне кажется, перед тем, как бежать, сломя голову к границе, тебе следует слегка расширить свой арсенал. О, уже побежал. Понимаю, скольких надо резать, скольких пристрелить. И социальной гармонии. Предательство непростительно. Все дезертиры из армии короля будут расстреляны. Укрывающие их лица также будут расстреляны. В эти времена важно оставаться верным Пейгану Мину. Не отчаивайтесь. Свет Пейгана озарит путь к победе и вернет мир в Герат. Да озарит вас свет Пейгана. Запрещается грабить трупы солдат армии короля. Оружие и снаряжение – собственность Пейгана Мина. Взять их – значит обокрасть нашего великого вождя. Все штатские, схваченные за ограблением трупов солдат армии короля, будут арестованы и наказаны. Да озарит ваш цвет Пейгана. Аджай, похоже, ты решил меня покинуть. Надеюсь, подготовился ты как следует, потому что люди Юмы пытаются взорвать твой вертолет.
Мужайся, Аджай. Это проверка на прочность. Сомневаюсь, что пилот сможет взлететь до того, как ты очистишь зону высадки. Вперед, Аджай, не сдавайся. Я в тебя верю, и вот это вот все. Сломя голову границы, тебе следует слегка расширить свой арсенал. Соваться туда, не подготовившись, не лучшая мысль. Понимаю. Зачем слушать мою болтовню? Ладно уж, иди.
уничтожить машину! Тебе нужен урок!
Шаджаи, похоже, ты решил меня покинуть. Надеюсь, подготовился ты как следует, потому что люди Юмы пытаются взорвать твой вертолет. Мужайся, Аджаи. Это проверка на прочность. Сомневаюсь, что пилот сможет взлететь до того, как ты очистишь зону высадки. Вперед, Аджаи, не сдавайся. Я в тебя верю, и вот это вот все. Thank you.
сделано. Зависит от точки зрения. Ах, неважно. Так держать, отзай! Не встаем! Прикройте, я наверх! Yeah.
так и думал. Ты сын, которого у меня никогда не было. А за... Ладно, не будем о грустном. Мы с тобой суперкоманда, Джай. Думаю, еще поработаем. You, they love all.